Вот так здесь в Турции ездят долмуши, которые вы можете остановить рукой и поехать, например. Ну, это в Кумкой был такой долмуш. А можно поехать в Сиде отсюда, а если перейти на другую сторону, поехать в Манавгат. Мы находимся в Кумкой, Турция, Сиде. Также здесь можно поехать на такси. Но такси значительно дороже, чем долмуш. Вот едет у нас впереди, мне кажется, долмуш в сторону Манавгата. Красные буквы. Видишь, как выглядит? Бежим в парк. О, прогуляешься. Вот этот долмуш едет в Манавгат. То есть в противоположную сторону, не по направлению в Сиде. Немножко едет по другой дороге. Есть вот такие машинки классные. Все ездят на них. Так, здесь находится у нас парк. Я хочу прогуляться в парке. Кумкой. Тут такая улица, где располагаются различные рестораны, кафе, где можно перекусить. Вечером здесь все весело, красиво, ярко светится. Сейчас солнышко у нас за тучками, и отдыхающие все завтракают. Сейчас у нас который час, Тусечка? 9:30, где-то так. Раннее утро в Кумкой. То есть жизнь просыпается тут попозже, не в 9:30. Ну, магазины пытаются открываться, есть там продавцы в некоторых магазинах. Но вечером здесь жизнь кипит. Не так жарко, как днем. Тут фонтан пока не работает. Тюлень без воды. Тюлень? Погибает. Такой вот Кумкой рано утром. Всех благодарю за просмотр. Как всегда, ваша Наташа, канал Вот Акидс. А вы не пропускайте наши новые видео. Будьте здоровы и счастливы. Путешествуйте. До скорых встреч. Пока-пока. Благодарю за просмотр.